Здравствуйте. Сегодня говорим о главном — Захаром Прилепиным. Здравствуйте, Захар. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот недавно читал у вас пост в Фейсбуке о открытии Ельцин-центра. Угу. И там вы пишете о либералах, там, о, собственно, их противостоянии с другим направлением политическим. Скажите, а вы действительно думаете, что либералы не у власти сейчас? Нет, я как раз думаю, что либералы у власти и ряд ну, таких наглядных персонажей, которые ассоциируются с либерализмом, они, может быть, немножко отставлены, и особенно громко слышны их голоса, но в целом внутриэкономический блок, безусловно, либеральный, и повестка там, дня политическая, она, конечно, негласно определяется людьми родом из 90-х годов. И этот весь пресловутый поворот, там, правый или левый, я не знаю, какого цвета, он, конечно, не произошел. По сути, мы находимся в контексте 90-х годов, и я даже отчасти с этой конспирологией о том, что открытие Ельцин-центра — это некий сигнал людям и здесь, и на Западе, что, ребят, не переживайте, у нас все по-прежнему как при дедушке, отчасти это правда. Не в полной мере, но отчасти правда. Скажите, а все-таки какая ваша основная претензия к этим людям, к либералам? Ну, может быть, у меня не было бы никаких претензий к либералам, я договорился бы с этими людьми по многим пунктам, если бы они хоть сколько-нибудь видоизменялись с 90-х годов. Но все видовые их признаки, характерные для того времени, социал-дарвинизм, вера в то, что там успешные должны быть успешными, а не успешные, пусть как бы разбираются сами, как хотят. Как бы с Америкой евроцентризм как символ веры, как абсолютная убежденность в том, что Россия и русская цивилизация — это вещи вторичные, по сути, никуда не годные. А для этого нам нужно просто полностью переформатировать и свое представление об истории, национальный характер, что это вот как бы главная задача. Ну и там последующие претензии и к православию, и ко внешней политике, и неприятие Крымнаши и всех прочих вещей. То есть мы расходимся по всем пунктам настолько, что это называется кардинально. Скажите, а вот вы говорите, мы расходимся, а вы это кто? Ну, мы, я имею в виду в данном случае самого себя и там ряд своих сотоварищей по убеждениям, да, людей, ну, там, моих товарищей на Донбассе, например, моих ребят из пула военкоров, моих знакомых ополченских командиров, моих ребят из партии «Другая Россия», там, ну и так далее, и своих сотоварищей по литературе, Сергея Шургунова, Эдуарда Лимонова, там, Александра Параханова, тех людей, с которыми у нас какие-то общие убеждения связывают. Угу. Скажите, а вот партия «Другая Россия», а партия «Национал-большевиков», вы в ней состоите? Это одно и то же. Это одно и то же, одна, да? Одна и та же организация. В свое время «Национал-большевистская партия» была запрещена, и она переформатировалась в партию «Другая Россия», которая существует как отдельное независимое государство. Я член политсовета этой организации. Скажите, а вот вы, партия «Другая Россия», вы пойдете на выборы 2016 года парламентские? Там нет никаких шансов, чтобы нас там зарегистрировали. Я думаю, что ну, за время своего существования эта организация доказала то, что она не вписывается ни в какие структуры, абсолютно не подконтрольна. Там, да? И одновременно с этим она доказала, что она одна из самых воистину патриотических организаций, потому что, вот, там, скажем, в случае с Донбассом наша организация перегнала туда 1500, по 2000 уже ополченцев, которые там воюют. Добровольцев. Да, и у нас, конечно, нет ни одной парламентской и непарламентской организации, которая имеет хоть сколько-нибудь схожий опыт. Вся остальная там... А все остальные там, ну, которые тоже там прорусские или имперские партии, они как в этом участвуют? Ну, не знаю, как они участвуют. Они выступают на центральных каналах телевидения, и ну, вся страна... Вы как раз знаете, вы же там были, да, видели? И я их там не видел, их там нет. Да, я недавно разговаривал там с одним из организаторов, там, активистов «Наши», там, «Молодая гвардия», стали все эти организации, которые как грибы росли одна за другой, и сказал: ребята, почему я вас не видел? Вас уже готовили, ваш этот югенд готовили многие годы. Почему вы сразу исчезаете, когда что-то проявляется? Ладно, там, Болотная площадь, их привезли в Москву, там, 10 тысяч человек, потом, когда начался весь этот митинг, там осталось 150 с барабанами, остальные просто ушли гулять. Там, говорю, Донбасс, ну ладно, вы не можете воевать, сразу, по-моему, это видно за километр, но гуманитарочку там организовать, приехать посмотреть хотя бы, там, ну, как бы заехать даже на границу, и на границе что-нибудь там постоянно. Нет, вообще не было вас там. Как же наше государство воспитывает так себе новейшую элиту, что она полностью построена на законах конформизма и соглашательства и как бы и разбегается при первой петарде. Это все очень смешно. А ну, парламентские организации, ну там некоторые помогают реально деньгами и какими-то гуманитарными посылками. Бывает. Ну, кто, ну я знаю, что там Жириновский, я думаю, не секрет, перегонял Мотороле там какие-то машины грузовые, что-то он там делал ему подарки. Это просто то, что я сам наблюдал своими глазами. Что-то какие-то контакты вот на этом уровне там, возможно, есть. Но в целом они все боятся, конечно, санкций и стараются делать это тоже негласно и незаметно. Возможно, сейчас Жириновского слил сейчас.
Понятно. Скажите, пожалуйста, тогда вот тема Новороссии, тема Донбасса, она где-то примерно год назад, еще там полгода назад была в топе всех телеканалов федеральных, все ее обсуждали, а сейчас такое ощущение, что ее специально задвинули в тень, да, и сейчас мы обсуждаем Сирию, воюем в Сирии, вот как вы к этому относитесь? Я отношусь, знаете, к этому как к какой-то данности. Если определенные силы наверху решили, что это для чего-то необходимо, я это принимаю до тех пор, пока я сам постоянно нахожусь на Донбассе, то есть я езжу туда постоянно, и я до тех пор, пока я вижу, что никакое внимание России от Донбасса не отвлеклось, и все усилия, которые государство предпринимало для того, чтобы стабилизировать ситуацию в самом широком смысле, они предпринимаются и на финансовом уровне, и на дипломатическом уровне, и на некоторых других уровнях, о которых вообще не принято говорить. Вот. Поэтому я вижу, что там работа идет, и то, что это исчезло с первых каналов телевидения, ну, ради бога, исчезло, исчезло. Для меня это не исчезло. Я единственное, что немножко иронизирую над своими согражданами, которые, вот они абсолютно убеждены, что если это показывают, значит, это есть. А если не показывают, значит, уже как бы этого и нет. На самом деле, там военные события, они как продолжались, так я и продолжаются. Я хотел спросить, вы же когда там были последний раз? Недели, наверное, две назад. Вот война идет? Война идет, конечно. Война идет, и мы вот с Захарченко общались, и он сказал, что количество. Собственно, я и сам там могу это наблюдать. Но информация из первых уст, что количество погибших в целом иногда превышает количество погибших в самый разгар боевых действий, которые мы наблюдали по телевизору. Теперь их как бы не наблюдаем, но без, как правило, без применения тяжелой артиллерии, позиционная, снайперская там, и прочая война, она идет в ежедневном режиме. Ежедневно порядка там, 30, 40, 50, 60 погибших там, с обоих сторон. То есть это очень серьезный, как бы, такой серьезный состав постоянного военного противостояния. Это оно не закончилось ни на минуту. Ну, скажите, я-то внимательно читал вашу книжку «Не чужая смута». Понимаю ваши взгляды. Скажите, все-таки, а вот для наших телезрителей, какая с вашей точки зрения должна быть политика России по отношению к Украине, как государству? Дойти до самого Днепра и... Это сложный вопрос. Я, безусловно, убежден в том, что все эти убеждения, что вот украинцев нет как народа, что Украины нет как государства, они, может быть, в какой-то момент были верны, еще позавчера, что называется, но сейчас украинская нация, безусловно, создана, она есть, они так и создаются. И это, собственно, всегда-то славяне были единым народом. И в процессе каких-то действий, какого-то влияния внешнего и внутреннего, какого-то создания своего героического иконостаса создаются нации, да, создаются этносы. И украинцы сейчас вот себя зафиксировали в этом состоянии. Другой вопрос, какое количество людей и территорий желают, собственно, вот жить теперь в этой геополитической ситуации, внутри этой исторической матрицы, именно с этим языком. Там 40 миллионов человек, вот все ли 40 миллионов человек собираются? Одесса, 20, Херсон, или Николаев, Харьков, как вы считаете, желают жить в этой общности или в какой-то другой? Я думаю, что там плюс-минус там 50 на 50, там 40 на 60, и вопрос только в том, какое количество пассионарных людей находится с той и с другой стороны. Потому получается, что количество пассионарных людей больше с той стороны? Внутри Украины? Внутри Украины больше СБУ и больше зверства со стороны СБУ творится, то есть не больше, а просто несравнимо больше, чем может противопоставить противоположная сторона. Потому что количество активистов, журналистов и всех людей, которые весной в Харькове, в Одессе пострадали, мы знаем только про вот эту одесскую хатынь. На самом деле там просто пачками загоняли журналистов в подвалы, и я там уверен, что из них там многие просто не вышли никуда. Я сам присутствовал на обмене пленных тогда, еще год назад, и там мы меняем пленных украинских военных, а там идут журналисты, активисты, мужики вот там 40, 50, 60, 70 лет. Там ни одного военного нет. Вся вот эта вот с Западной Украины, вся интеллигенция, которую тут же загнали, всех страшно пытали, над всеми страшно издевались. Я даже про это не стал писать материал, потому что это такой ужас, что я даже люди бы и не поверили на тот момент. Хотя эти все материалы у меня остались. Поэтому тут не от пассионариев зависит. Там просто им был дан полный карт-бланш прошлой весной, чтобы просто давить и всех, чтобы этого у нас не было. И они там реально задавили, что куда-то эти люди делись, да, посадили там или изуродовали 10, 20, 50 человек, но там ходили колонны по 5, 10, 15 тысяч человек. Вы что думаете, они исчезли, рассосались? Они нет, есть. Они исчезли, не рассосались, разумеется. А какой ваш прогноз на события? Что будет дальше происходить в этой стране и в нашей стране, и в нашем конфликте с Западом по этому поводу? Это, знаете, прогнозировать, скажем,
гражданскую войну на Украине 2 года назад не было никакой сложности, потому что это была внутренняя, по сути, история. Конечно, там в ней какие-то игроки принимали участие, но когда нам рассказывают, что это там Нуланд, там Обама или Путин, это все ерунда. Это, если бы это не было внутри, к этому готово, ничего бы не произошло. Поэтому я там за год писал, что на Украине точно будет раскол, точно будет Майдан, точно будет смена правительства. И все это было расписано прям по детальной. Когда, собственно, все это произошло, я только в своей старой статье стал публиковывать и говорить, вот, пожалуйста, я вам все. Сейчас, конечно, такое количество игроков, практически весь мир в этой ситуации участвует, причем не только на Украине, а, как мы видим, в Азии, и в США, и в Европе все игроки. И поэтому тут так много фишек одновременно, что предсказать какие-то вещи невозможно. Можно ситуативно какие-то вещи предсказывать. Допустим, я думаю, что Донбасс не перейдет под юрисдикцию Украины, что это отдельная уже государственность, и даже не российская, Донецкая и Луганская область. Донецкая и Луганская область, да. Я думаю, что процессы по дестабилизации, внутренней дестабилизации Украины будут продолжаться, и как бы не даже это без особых попыток России, без особого участия в этом России, а просто они объективны, они будут продолжаться, значит, там будет политический кризис, и значит, в момент политического кризиса опять все игроки начнут играть, и вот нынешнее состояние Украины, оно не будет зафиксировано. Я думаю, что оно так или иначе там какие-то территории свои потеряет. Тем более, для нас, конечно, к несчастью, для украинцев к счастью, там есть очень серьезные западные игроки в Польше, в Румынии, в Венгрии, которые заинтересованы в том, что она дальше продолжала разваливаться, но, к сожалению, пока это все на уровне таких политических фриков, пока это не дошло до государственного уровня, но если однажды дойдет при каких-то обстоятельствах, то Украине вообще не позавидуешь просто. Потому что, конечно, они, если там на Украину приехало там очень много польских наемников, если украинцы всерьез верят, что польские наемники воюют за их свободу, то они очень серьезно ошибаются, потому что они тут же переформатируются и начнут воевать за всем противоположные вещи. Согласен с вами. Скажите, а все-таки как наши отношения с Западом по этому поводу будут развиваться? Вот сейчас мы пытаемся, я так понимаю, помириться с ними, да, воюем вроде как вместе с Сирией, но что-то вместе не очень получается. Ну да, тут тоже много игроков. Я думаю, что если бы Барак Обама ушел бы в отпуск на полгода, мы бы, конечно, договорились бы с очень многими по очень многим вопросам. Потому что Запад, конечно, сам теряет миллионы и триллионы денег на всех этих санкциях. И тут вопрос уже, опять же, связанный с миграцией, со всеми этими процессами. Я так однажды в шутку, мы тут общались с Андреем Бабицким в Донецке, и я придумал называть мигрантов «врачи без границ». Вот эти «врачи без границ», они приехали, чтобы лечить Европу, для того, чтобы Европа как-то отвыкла от своих дурацких привычек, связанных там с такой привычной перманентной русофобией и со всеми этими санкциями. У них должны быть другие проблемы, которые многократно преувеличивают их боязнь этой России, которая, конечно, никаких претензий к Европе не имеет. России совершенно нет никакого дела ни до Италии, ни до Франции, ни до Испании, ни до Германии. Никаких претензий нет. Там уж и даже до чехов нету. То есть они должны успокоиться по поводу России, и все будет нормально. Мы все там остальные дела, мы экономические и прочее разрулим. Но у нас есть заокеанский партнер, который вот эту ситуацию, этой ситуации мешает разрешиться. Кроме всего прочего, мало очень персонажей в европейской политике, которые самостоятельно способны какие-то решения принимать. Они, конечно, все глубоко зависимы. А там и СМИ американские, там и базы американские. Конечно, не позавидуешь суверенитету Европы, не позавидуешь. Но все в мире меняется. Мы же сколько пережили с 91 года волн и приливов, отливов. Ничего не будет зафиксировано. У меня такое не оптимистичное, но крайне любопытствующее отношение к будущему, потому что будет много всего происходить, что нас удивит. Скажите, а как вы относитесь все-таки к нашей операции в Сирии? То есть зря мы туда вошли или правильно мы все делаем? Да нет, нормально отношусь. И опять же, если бы не было этого откровенного вредительства, ну, как минимум в случае вот со сбитым самолетом, то Россия имела все возможности, она, собственно, и продемонстрировала там свои необычайные успехи. И если бы на минуту бы, на какое-то время, на месяц у нас действительно сложилась бы координация с Великобританией, с Германией, с Францией, и там США, там, конечно, вопрос ИГИЛ бы вот за эти 2 недели был бы разрешен. Наземные операции стремительные. Ну, понятно, что это несопоставимое количество сил. Но никто в этом не заинтересован, с одной стороны. Но, с другой стороны, то, что Великобритания стала в этом участвовать, это показатель того, что они чувствуют, что как бы может сложиться вообще в пользу России, и надо как-то немножко в разделе пирога поучаствовать. В этом смысле мы просто, нам, несмотря на то, что нам показывают там все отчеты, мы далеко не все знаем. Мы далеко не понимаем, какая реально деятельная
сильная, успешная, мобильная российская авиация, вообще вооруженные силы, насколько, насколько мы там можем много и более чем хорошо делать. И это, конечно, на всех... Это вся эта русофобия газетная, она не имеет никакого значения. На самом деле все прекрасно понимают. Все видят, что Россия — это реальный игрок. Дипломатия, журналистика и этот шум медийный — это все глубоко разные вещи. Это не идентичные вещи. Все понимают. Еще вот из этой ситуации Сирии теперь у нас Турция конфликт. Ну что теперь с этим делать? Да не, ну тут с Турцией конфликт. Как он начался, конфликт, так он и закончится. А чем он закончится? Ну, я думаю, что эскалация конфликта, в первую очередь, для самой Турции не выгодна. И, собственно, их возбужденная глава Турции, он тоже это все прекрасно понимает. Он стремится, конечно, заручиться поддержкой США, но США кинет Турцию просто не глядя. Как они, собственно, они везде поступают со всеми азиатскими режимами. Если у них что-то не получается, они бросают и идут ломать в другое место. Поэтому мы же взрослые люди, прекрасно понимаем, что там Россия и Турция не сопоставимы вообще никак. Ну, как бы, армия Турции, да, она там сильнейшая в своем регионе. Ну, там они прекрасно знают, что ни экономически, ни военным образом они с нами никак не могут конкурировать. Они могут только вот на НАТО оглядываться. Ну, НАТО — это весьма разнородная ситуация. Надо понять, что Барак Обама не любит Эрдогана, но он не испытывает к нему никаких симпатий. Это не личная его история. У него скоро, как бы, он уйдет скоро с поста президента. Это все тоже нам выгодно. Сейчас важно, кто придет в Америке ко власти. И какие будут уже переговоры с другим президентом. С Трампом мы договоримся, вы считаете? Ну, да, я думаю, что есть возможности для пересменки. И этот турецкий тип, он как бы возбудился, так и как бы успокоится. Понятно. Ну, давайте теперь от внешней политики к внутренней. Мы уже говорили, да, о разделении на либералов, там, патриотов и так далее. Скажите, все-таки, что бы вы считали, нужно нам во внутренней политике в первую очередь поменять? Ну, я искренне думаю, что страна должна, конечно, леветь. Это не только Россия. Люди не должны пугаться призрака Советского Союза. Об этом совершенно речь не идет. Просто так две левых партии в Думе. Коммунисты, эсеры. Ну, то есть они левые, конечно, партии, но это же никак не касается экономики и все. Это же чисто там, по большому счету, популизм. Да? А леветь в том смысле, ну, левеет вся Скандинавия, левеет и Япония, и Германия. В Германии у нас наши только либералы. Больше социализма с человеческим лицом. Больше социализм человеческим лицом, конечно. Наши либералы убеждены в том, что у нас как бы крепостное сознание, и поэтому мы не выбираем условно СПС там в парламент. На самом деле неолибералы проигрывают везде в Европе. Везде просто. В Германии они даже не попали в парламент. И все те вещи, о которых, если мы здесь в России начинаем разговаривать, там, о налоге на богатство, о каких-то государственных структурах, которые будут получать все больше и больше как бы государственные богатства в свои руки, у нас тут же начинается страшный ор, но это в Европе идут везде эти процессы. И как бы... Кстати, правые сильно приходят. Конечно, и будут правые все сильнее там, и сильнее приходить, да, и правые, ну, тут просто тут такой вопрос терминологии, потому что, на самом деле, конечно, европейские правые — это наши левые во многом, да? Ну, это такое. Потому что их левые — это, ну, это экологи, там, и вот эти все толеранты с гей-парадами, да, это не наши левые. Наши левые — это как бы республиканцы американские, поэтому, когда вот говорим левые и правые... Левые и правые, да, у нас путаница происходит, да, поэтому это как бы... государственная политика имеется в виду под левым. Я понимаю суверенную государственную политику, которая не участвует в международных валютных операциях там, и не пополняет списки Форбса, а сама владеет своими богатствами и направляет все ресурсы вовнутрь страны. Вот это наши левые приговоры. Деньги нужно забрать из американских фондов. Наших. Конечно, надо эти вопросы, конечно, тактично, но разумно решать. По этому поводу гораздо лучше меня все рассказывает Сергей Глазев, и там все он расписывает достаточно разумно. Я тут бываю, конечно, в каких-то около кремлевских структурах, иногда захожу в гости, я к этому не имею никакого отношения, но захожу в гости послушать, о чем говорят, и шансы на это есть. Это просто сама логика событий будет к этому подводить, что может быть, даже не стоит торопить, потому что вот эти вот как бы круги, они неизменно выведут, как Рогозин вернулся, так и Глазев вернется, и я надеюсь, по крайней мере, на это, потому что это просто вопрос самосохранения. Рогозин, Глазев, есть же и политический проект, который сейчас стартовал, «Родина» опять, ну, рестартовал, скажем, рестарт такой осуществил. Ну да, надеюсь, что... Как вы относитесь к этому проекту? Вот он в Думу, по-вашему, попадет, не попадет? Будете вы им помогать, например? Нет, я им помогать не буду, хотя я периодически читаю в газетах и в «Коммерсанте», по-моему, писали, что я пойду в «Тройки Родины». Не пойдете в «Тройки Родины»? Нет, ни «Родины», никакой другой партии не пойду и не собираюсь. Но все взрослеют, конечно, вот там та родина, которая была, сколько там, 5-7 лет назад, это уже не та родина, они все повзрослели, они все набрались опыта, я надеюсь, что у них есть реальные шансы, как бы,
они вот этот промежуток, он полезен иногда для партии, потому что, на мой взгляд, если бы и КПРФ, и ЛДПР исключили бы из парламентской жизни лет на 5-7, они бы тоже вернулись в каком-то новом и более, как бы сказать, в пассионарном более виде, более готовом. Как бы. Я думаю, что родине это пошло на пользу. Понятно, понятно. Тогда давайте как бы немного о творчестве. Вот помимо того, что вы политик, публицист и так далее, вы же все-таки в первую очередь писатель. Как раз я не политик совсем, я как политик, как писатель. Да? И над чем вы сейчас работаете? Что вы новое пишете? Да? Я работаю сейчас над чем? Над чем я работаю? Я вот решил написать книжку, такую литературоведческую, не художественную книжку, про всех русских поэтов, которые участвовали в военных действиях. Потому что, как правило, в общественном сознании связано там, с этим 2-3 имени. Там, Лермонтов, Гумилев и Лев Николаевич Толстой. И люди, и даже люди из филологической сферы, они не имеют никакого представления о том, что в России, там, Золотой век, особенно Пушкинский, у нас 9 из 10 литераторов имели прямое отношение к воинской службе, участвовали во всех воинских кампаниях, воевали на Кавказе, в Польше, в Финляндии, где угодно, не только там на отечественных войнах, а просто везде. И сменить перо на пику и на пистолет не было никаких проблем. То есть они были абсолютные ватники колорады, милитаристы, и как бы, так как этот пласт сознания просто выпал из нашего обихода, я решил как-то заняться немножко просветительством, сказать, что это вот вообще было не западло. Они были при этом аристократы, они были европейцы, они говорили на иностранных языках, и это не мешало им тут же отправиться на Кавказ и тут же там замерять кого-нибудь там, да? Вот эти вещи, потому что, ну, все вокруг меня просто, ну, как бы, все равно склоняет в эту сторону, к размышлению об этих вещах. То есть вы считаете, что для того, чтобы заниматься искусством, литературой, нужно и на смерть посмотреть. Ну, или смерть, я не говорю, что нужно. Я хочу сказать, что это было не западло. Потому что сейчас же современный тип литератора, вообще человек искусства. Это Хемингуэй, например. Да, конечно. Хемингуэю было нужно, а Фицджеральду было не нужно. Я думаю, что кого-то там, кому-то это идет на пользу, кого-то отправь, и будет только одна беда. Я к тому, что вот новые поколения, молодые там литераторы, они должны понимать, что это как минимум это в порядке нормы, потому что у нас сейчас это воспринимается как аномалия какая-то. Мы же все думают искренне, что русский писатель и поэт это такой гуманист, который вот все время бегает со слезинкой ребенка, такой Иисусик на тонких ножках и все время, как Пьеро, все время переживает о чем-то. А он не Пьеро, он этот вот собачка, Артемон, как бы, вот, классический русский литератор, он всегда так вот зубами вцепится кому-нибудь в ногу, никаких проблем не было. Стрелял, будучи раненым. Да, Пушкин, во-первых, Пушкин там бесконечное количество дуэльных историй, а потом он едва попал на русско-турецкую границу, тут же начал прицельно как бы стрелять по туркам. Это не мешало Пушкину ни одной секунды как думать о себе как о гуманисте и русском поэте. А нынешних я на секунду пытаюсь кого-то представить, и прям слезы наворачиваются. Не могу я их в этом виде... И все они молятся на Пушкина, все они считают, что они как бы его наследники. Там вот Борис Акунин считает, что он наследник Чехова. Да, Чехова, наследник Чехова, который писал «Будет война, поеду на войну». То есть для Чехова не было никаких проблем тут же отправиться там, в любом качестве там, на войну. А Акунин думает, что он его наследник. Чего он так думает? Я не знаю. Но так вот получилось. Понятно. Ну, время наше подходит к концу. С нетерпением будем ждать этой новой книги. Когда, кстати, она выйдет, по вашему мнению? Я ее только придумал. Не, я думаю, что у меня тут Донбасс, я все время туда езжу, и это меня выбивает из этой работы. К счастью, да, выбивает. Но я месяца за 2-3 могу ее написать, потому что она у меня в голове, она у меня уже есть. И я думаю, что в течение года она появится. Спасибо вам большое. Сегодня говорили о главном с Захаром Прилепиным. Спасибо вам.